Всем мир, друзья. Фу. Рассвет только-только вот такой вот начинается, шикарный. Сегодня по хищнику попробуем оторваться. Ну, в надежде будет что у нас? Щука. В первую очередь щука, а потом уже все остальное. Не знаю, как получится чего. Перфект джиг, палочка, катушечка Шимана Сахара 3000-я. Шнур 0,1, если что. Ну, основная все равно я больше люблю как бы на резину ловить. Ну и будем от этого отталкиваться. Погодка сегодня, конечно, шикарная. Ветра обещают. Ветра что вообще практически не будет. Так что штиль сегодня. Ну, для хищника, конечно, честно говоря, это кисловато. О, под кустик. Ну, туман я как бы особо смотрю. Туман стоит, как бы я особо сильно и не торопился. Все-таки в туман уже сколько практика показывает, вся рыба так, ну, можешь поймать, конечно, ну не на постолько. Все равно активничать она начинает после, ай-яй, после туманчика. Как разойдется. Поплавок мне что-то уже, честно говоря, поднадоело уже. Хочется внести те самые жадные поклевки. Ну, крупная щука, конечно, такие поклевки не выдает, как кило полтора, а то вообще грамм 500 иногда так саданет, что это, думаешь, ё-моё, что там за крокодос. Крупная обычно поклевки слабенькие. По крайней мере, на каналах, где течение практически очень-очень слабое. Люди тоже троллингисты, я так понял. С мужичком с одним поговорил. Давно не был. Не знаю, говорит. Хищник клюет, не клюет. Ладно, ребят, все, продолжаем ловить рыб зубастых, клыкастых. Ну, клыкастого-то навряд ли, судачка. Но он есть тут, ну, единичные, конечно, экземпляры. Основная масса все равно будет по щуке. Ну, единственное, что может быть, если какого-нибудь окуня, может, поднайду, либо будет в приманку стучать, поклевками подбивать это все дело, то тогда может быстренько тогда что-то небольшое повешу. У меня там целая коробка, не, ну, не, конечно, уже подзаканчивается запасы, как говорится. Ладно, все, ребят, гоним, продолжаем и получаем удовольствие от данной рыбалки. Погнали! О, и... О, нифига себе.
А я думаю, раз что-то подбило, два подбило. Нифига. Да, окунь такой вроде неплохой. Ну-ка еще раз. Нифига себе. Прямо аж так жестко-жестко. Сволочь. Петух, сволочь. Нифига она пружину мне сделала. Кстати, первое. Петуха уже пробовал, просто проводку поменял, получается. Блин, ну пружину зафигачила. О, вот такой петух. Петушара, говорит. Блин, нифига себе. Не думал, не думал. Надо выпрямлять это дело. Отозвалось. Наконец-таки. Уже попередвигался уже. Прилично, блин. Ну, блин, это радует. Ну, скорее всего, эту я бы отпустил бы. Она больше, похоже, не зачет была. Взяла-то на открытом. Не в это. Не в кувшинках, не около кувшинок. Передвигаясь, что-то как-то кисло-кисло. Короче, две, грубо говоря, поклевки окуня, щучки той. И все, уже пробовал железо, резину менял. А толку пока нету нифига. Но не судьба пока, мисс. Не, ну, на этом не останавливаемся. Посмотрим, как минимум до обеда, а там уже будет видно. Частенько в такую жару даже может и днем клевать. Кстати. Вот она. А, ё-моё, я-то уже обрадовался. Но это не наша рыба. В окошке взяла. Это не наша рыба. Давай бабушку зови. В окошечко опустила. Она там стояла. Ждала меня, как говорится. Ну-ка. Поклевочка была. Получится, не получится ее доловить. Может, это этот окунь.
Даже, кстати, больше было похоже. А может, она же. Ты гляди, окунь. А, это не окунь был, это щучка была. На микрушку отозвалась. Я что-то даже и не поверил. Там щучка, правда, такая. Ну вот на микрушечку, на эту, как бы, ну это, конечно, не сильно микро, но тем не менее шевелит. Окушок подбивает ее, ну, по ходу дела, окунь еще такой смешной. О, нифига себе. А, щупарь. Ёпарасоте. Я хоть думал тут окуня попробовать. Ну, хоть не откусила, и на том спасибо. За самый-самый кончик. Давай бабушку мне. Тут в одном месте тут частенько окунь есть. Микруш, ну, не сильно крупную резину поставил. Хочу сейчас попробовать. Может, отзовется. Это трава. Вот он. Ну, небольшой, блин. Аж да ж твой мам, пап. А? Давай зови такого. Эх, не крупных, ну грамм по 300 мне больше не надо. Да. Рыбка есть, но. Она и видно, что даже вот хищник такой вот, ну. Есть какие-то всплески там непонятные, но не настолько постока так. Но тем не менее, даже таких вот спинников тоже интересно половить, если бы они еще клювали бы. О, взяла, срезала. У меня такая же история была. Ну, а я что-то так поддергнул, думал, трава сначала. Ё-моё. Нету. Сожрала. Сволочь этакая.
кто получается. Так, потихоньку передвигаюсь, уже не знаешь, уже что. И железо, и пятое, и десятое уже. Не поймешь уже, что ей надо. Ну, что надо, чтобы водичка похолоднее стала. И рыбка, может быть, зашевелится. Может, надо было, правда, еще на карася ехать куда-нибудь. Получать удовольствие от подплывочной рыбалки. Ну, время уже 1 часа дня. Ну, результат, конечно, такой смешной. Так она даже в траве, вот видно, что когда передвигаешься вот по траве, видно, что она как бы стоит, ты ее распугиваешь, а брать она вообще не хочет, даже в траве вот. Так что не знаю, не знаю. Ну, буду еще пробовать передвигаться и получать, как говорится, удовольствие. А поклевочки-то в руку, ах, как это приятно. Нифига себе. А. Да. Ждешь, ждешь ее. Ну, о, молодец. Сама. Я, говорит, сама. Блин, ну это вообще просто. Разве это щука, блин? Под травкой стояла, под самой-самой. Ничего крупненького нету. Были еще поклевочки. Ну, наверное, все поклевки вот. Что-то типа такой вот. Щуки. Ну, крупной. Да как крупной? Хотя бы уже зачетной, просто киложки. И то нету. Ну это аж так поклевочкой, так как настоящая. Да, что-то кисловато, конечно, сегодня по хищнику. Хотя, когда я уже последний раз еще... А, не, было тут месяца полтора, наверное, назад. Или месяц назад спиннинг брал. Окушка погонял чуть-чуть, а тут щучку решил. Ну, еще рановато, конечно, как бы в щуку ударяться. Но, тем не менее, щучка все равно, какая-то все равно будет шевелиться. Просто у нее сегодня закрытый рот. А сейчас, наверное, опять к мосту уйду. И там буду уже это... Попробую, может, окушка чуть-чуть половить, да и в сторону дома. Ну,
Ну, в общем, ребят, покидал, проходил, бог знает сколько, не знаю, сколько сегодня километров нарезал, но явно не 5, не 6, ну, за десятку я чувствую точно. Уходил туда-сюда, короче, блин, вообще что-то, не знаю. Хищник вот сидел как бы в ожидании, думал, то, что может после обеда там у нее какой-то клев начнется. Ну, что-то какого-то клева даже не предвиделось. Тоже сегодня троллингисты ходили. Что-то тоже так у одного, у второго спросишь, как бы, ну, вообще, то есть без рыб. Безрыбный день сегодня. Ну, не знаю. Ну, удовольствие получил, рыбу поймал даже. Что еще, говорит, для счастья надо. Так что вот так вот. Один срез был, поклевки были холостые. Может быть, даже... Не, щучьих, по-моему, не было. Вот окуня были, подбивы какие-то, недобивы. Но там, может, и окунь вот такой вот брал. Если вот такая вот небольшая приманочка, я думаю, что он должен был ее аж... Если грамм 200 окунь. Так что вот так вот. Ну, ладно, все. На этом закругляемся. Все, ладно, ребят. Всем мира, позитива, здоровья. Всем пока-пока. До новых встреч.